what does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. Всем привет, ребята, с вами снова Беркли, и в этом видео я покажу вам, как установить топ 10 пикапов мира именно с этого видео, которое вы видите прямо сейчас на экране. Также вы сможете его посмотреть по ссылке в описании. Именно в этом видео я собрал все эти пикапы, которые здесь состязались и состязались на канатах. Ссылку на Теслу я тоже оставлю в описании, потому что там замена. Но остальные пикапы будут в этом видео, я покажу вам, как их установить. Что ж, ребята, давайте перейдем к установке. Для начала нам понадобится скачать, собственно говоря, топ 10 пикапов этих мира. Ссылку на них я также оставлю в описании. Нажимаем здесь Download. Я оставлю ссылку на Mediafire и также оставлю ссылку на Google Диск, постараюсь. Также скачивайте программу OpenCHZZ, она нам понадобится для установки наших файлов. И скрипт Hook 5 и скрипт Hook 5.net. Вот он, .net, и еще GimConfig. Вот отсюда тоже скачиваем его. Вот последней версии, и переходим к установке. Нажимаем «Показать папки» и открываем корневую папку из GTA-шкой нашей. Steam Library, Steam Apps, Common, Grand Theft Auto. Данный способ будет также актуален для всех версий GTA 5. Скачались, ребята, наши все файлы, и туда, где наша папка GTA 5, где ярлык, нам нужно скопировать скрипт-хуки. Открываем скрипт 5 обычный, отсюда копируем dinput8dll, и скрипт 5DLL тоже сюда перебрасываю, туда, где ярлык нашей GTA-шки. Я показываю для тех, кто также новый заходит на мой канал, потому что показываю, чтобы у них все тоже получилось. Если у вас уже есть какие-то здесь файлы, скрипт хуки, папки из GTA, то можете не устанавливать их. Далее перебрасываем скрипт 5.net, вот так вот взяли и перебросили. Ну и заходим в папку пак пикапов мира. Вот она папка, открываем ее. И отсюда, ребята, копируем вот это вот все. Вот так вот выделяем и переносим сюда тоже в корневую папку из GTA-шкой. Вот, если у вас вот так вот взяли и перенесли. У меня просто есть папка уже скрипт, поэтому я сначала перенесу вот эти вот, ребята, файлы вот так. Потом открою папку скрипт. И отсюда тоже открою скрипт и вот это вот тоже вот так вот перекину. Вот. Если у вас нету папки скрипт, то можете просто взять и это все вот так вот скопировать. Что ж, это мы установили. Сейчас распаковываем наш mods папку. Нужно ее распаковать вот сюда. Также эти все архивы я открываю с помощью программы WinRAR или 7-Zip. Можете также использовать для того, чтобы открыть данные архивы. Распаковали. И это, ребята, можем удалить, что мы уже установили. Далее запускаем OVZTUB. Это программа Open4. Нажимаем здесь русский. Продолжаем. Принимаем все условия. Продолжаем. Скачиваем 28 мегабайт файла, вот, и нажимаем да. Ждем, пока это все скачается, и будем устанавливать наш мод. Здесь 10 пикапов мира, некоторые я заменил, то есть добавил. Я уже не стал добавлять там другие, потому что, ну, как бы с этого видео, чтобы вам было как бы легче ориентироваться, вот. В дальнейшем, может, я доделаю этот пак, еще больше сделаю пикапов. Вот, если вам понравится это видео. Далее, после запуска нажимаете Open4 ярлык. Открывается она, нажимаете здесь Windows, указываете путь, где находится ваша GTA-шка, Grand Theft Auto 5 и выбор папки. Видим, у нас, ребята, версия 1868. Для этой версии нам нужно распаковать GameConfig 1868. Заходите в эту папку 1868 и Stock Traffic копируете, вот так вот распаковываете. Если у вас здесь другая версия, к примеру, 1180, заходите в другую папку, то есть Older Version, в этом же архиве. Будет 1180 на 2 или 1, это одно и то же. Заходите, копируете 0.1x трафик, вот так вот также распаковываете. И нажимаете продолжить. Еще раз нажимаете продолжить. Запускается наша программа Open4. Ждем, пока она у нас запустится, и будем устанавливать папку mods. Наша программа запустилась, сразу же нажимаем редактирование и нажимаем да. Переходим в инструменты, package, то есть OSI Manager. И здесь, чтобы было у нас все установлено. Если что-то не установлено, нажмите «Установить» и «Разрешить редактирование папки mods». Вот так вот, как у меня. И создастся у вас папка mods. И закройте. Далее переходите по следующему пути. То есть «Update» вот здесь нажимаете. X64, DLC Packs,
Открывайте любой архив вот так и копируйте его в папку mods. Я нажимаю показать, потому что он у меня уже скопирован. Далее нажимаете DLC Packs вот здесь и копируете сюда. То есть mods открываете, DLC Packs и вот это вот все копируете сюда. У меня здесь больше, потому что у меня модов больше, поэтому у меня больше папок. У вас будет одна та папка, которую вы скопировали. Все, распаковали. Далее опять-таки нажимаете GTA 5 вот здесь вот. Далее опять-таки Update, Update RPF. Нажимаете копировать или показать папки mods. Common Data. Ищите здесь DLC лист. Нажимаете на него редактировать правой кнопкой мышки. И открываете DLC лист вот этот вот, который здесь. Правка, выделить все. Выделяете, копируете и переходите здесь в самый низ. Вот так вот нажимаете здесь Enter и вставляете вот эту вот строчку. То есть видите, она наставилась. Вот это сделаем немножко вот так вот ровно и сохраняете. Далее открываете Extra Platinum Data. Вот выделяете это все, нажимаете выделить все, копируете его. Открываете здесь Extra Platinum Data, редактировать. Переходите в самый низ вот так. Нажимаете опять-таки тоже Enter и вставляете эту строчку. Эту тоже можем подогнать, чтобы было здесь все ровно. И сохраняете. Также, ребята, сюда нужно вам скопировать этот game-config, который вы распаковали ранее. Просто берем и перебрасываем его сюда. Вот так вот взяли и перебросили. Все, наш мод установлен и можем сейчас запускать нашу GTA-шку. Ну и вот, ребята, запустилась наша GTA и обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и давайте я покажу вам, как заспавнить этих топ-10 пикапов мира. Просто нажимайте клавишу F8 на клавиатуре. Вот так вот взяли и нажали. Если вас конфликтует с меню трейнером, то нажмите Escape и еще раз потом F8. Вот, и он закроется. Потом нажимаете Enter, пикапы у вас будет. И видите, у нас здесь этих топ-10 пикапов мира. Вот он, Mercedes-Benz X-класс, давайте его заспавним. Вот такой вот крутой, ребята, у нас X-класс получился. Что ж, ну эти все пикапы, которые были в этом видео, которые я показывал ранее, то есть где они состязались между собой. Такой вот у нас, ребята, крутой X-класс. Вот, потом следующий автомобиль, опять-таки давайте его заспавним. Isuzu, ну эти все, которые были там, я просто продемонстрирую вам, что все они нормально спавнятся, чтобы ну не было такого потом в комментариях, что они там потом не спавнятся, да, вот, что я показал нерабочий способ там и так дальше. Вот такой вот Isuzu, вот заодно проверю, все ли спавнятся или нет. Так, давайте-ка посмотрим изнутри, тоже изнутри довольно-таки нормальный спидометр работает. Вот зеркало тоже работает, но у меня там отражение поставлено на минимальные такие, чтобы не кушало FPS, так что вот там отражение на высокие стоят, поэтому у того будет нормальное отражение в зеркале. Вот, потом F8, опять-таки нажимаете пикапы. Давайте заспавним Ford Ranger. Такой крутой Ford Ranger. Так это у нас что, украинские номера, да? Вот на нем, потому что оно не было там с другими номерами этого Форда. Так, такой вот крутой Ford Ranger. Или это... Да, это украинские номера. Смотрите, что там написано. Но что-то они не очень похожи на украинские полностью. Вот. Также смотрите, такой крутой Ford Ranger, ребята. Вот. Ну, изнутри тоже нормально смотрится так. SVT, что-то там написано. Давайте заспавним следующий. Следующий у нас будет Chevrolet Silverado. Спавним его. Ну, Silverado тоже довольно-таки интересный автомобиль. Вот американский такой пикап. Интересный такой. Вот. Тоже машинка довольно-таки крутая в GTA-шке здесь сделана. Так что я думаю, что она вам понравится. Такая крутая тоже машинка у нас, видите. Спидометр там тоже работает. Ну, есть некоторые там баги, потому что, ну, как бы все-таки это GTA, это нереальная жизнь, чтобы там все было как бы, ну, на максимум хорошо. Такой вот Chevrolet Silverado. Он довольно-таки хороший, в принципе. Можно на нем круто прокатиться. Вот так, ребята. Тоже давайте, может, заспавним следующий какой-то еще. Так, а следующий у нас, ребята, GMC Sierra.
очень похожий GMC Sierra с Silverado. Такие очень похожие автомобили, просто GMC Sierra, он как бы чуть больше, вот. Такой вот, как будто Dodge какой-то этот. Ну, Dodge мы еще сегодня заспавним в этом видео, так что тоже будет и Dodge. Вот, не, есть некоторые все-таки баги с этими автомобилями, но все же я докапываться сильно не буду, потому что, ну, знаю, как это все тяжело делается, как это делаются эти автомобили. Тот, кто, ну, не понимает, как они делаются, вот, и сколько времени нужно на это все, чтобы сделать такой крутой автомобиль, то я не советовал бы критиковать данные модельки. Вот, но все равно крутая модель такая. Вот, потом еще у нас следующий автомобиль такой Ford Raptor, такой интересный. Этот Ford Raptor тоже довольно, возможно, даже самая качественная модель, которая с этих паков. Здесь также присутствует крутая раскраска и крутой тюнинг. Ну, там можно вот уже в этом поставить Glass Custom C, вот тюнинг можете более-менее крутой поставить, но все равно он, как видите, довольно-таки хороший, проходимый такой Ford Raptor. По-моему, он у нас даже, наверное, чуть ли не победил там в этом видео. Я уже не помню, потому что я его очень давно снимал, но посмотрите, какой он крутой, в принципе. Такой Ford Raptor. По-моему, его взяли с Forza. Forza очень качественные модельки, так что он тоже получился тоже очень качественный. Итак, ребята, следующие у нас модели, это у нас Volkswagen Amarok. Amarok, по-моему, его не было в этом видео. Я его заменил вместо тундры, потому что тундра там шла на замену, и я поставил на такой способ добавления, чтобы вам было легче, этот Amarok. Ну, в принципе, Amarok чем-то похож немножко на эту тундру, да, вот. Как бы пикап есть пикап такой, вот, ничем ей не уступает, возможно, но все же это как бы немец, это Toyota, это японец такой. Но, в принципе, я думаю, что неплохая замена вместо тундры. Вот, хотелось бы тундру, но, конечно же, тундры нету пока что. Аддон я, возможно, там потом переконвертирую тундру в аддон, потому что там был только replace. Вот, также это вы сможете потом узнать, подписавшись на меня на сайте Ruget5Mods, где я публикую моды, которые я сделал. Потом опять-таки нажимаем здесь пикапы. Давайте еще заспавним Toyota Hilux. Вот. Toyota Hilux тоже довольно-таки качественная здесь модель, потому что здесь несколько видов раскрасок. Здесь такая раскраска Replace, потом еще тюнинг там есть такой. Видите, я поставил вот тюнинг такой, можете поставить внедорожный. Давайте я покажу вам уже раскраски, если здесь они будут в этом трейлере. Этот трейлер, у меня есть отдельное видео по этому трейлеру, поэтому я его не показывал, как установить в этом видео. Видите, такие ребята раскраски крутые, можете поставить на него. Вот. Так, еще турбо такой есть, раскраска такая. Там вот Cyberrun, такая интересная раскраска довольно-таки. Вот это вот крутая раскраска, тоже желтая такая. Вы ее уже видели, эту Toyota у меня в некоторых видео. Такую интересная такая. Вот, давайте, в принципе, тогда заспавним следующую уже модель. Dodge Ram, и осталось у нас там Chevrolet Colorado. Dodge Ram тоже интересная такая модель, видите, вот. В принципе, он тяжелый, но и проходимый. Вот, я сейчас попробую сюда взобраться. Здесь только, по-моему, один ведущий мост, то есть автор сделал так, или он не настроил хандлинг. Сейчас посмотрим. 4 на 4. Ну да, 4 на 4 здесь, по сути, должен был быть полностью весь ведущий мост, то есть полноприводный. Я что-то не вижу, чтобы крутились передние колеса. Или они крутятся все-таки. Ну, то есть не очень такие ведущие. То есть, видите, я газую, газую, но они не ведут, по-моему, передние колеса. Хотя, может, и ведут. Они открутятся все-таки, ребята, это полноприводные, по-моему. Если нет, то напишите в комментариях. Я просто сейчас на видосе так нету времени это все тестировать. Если вот здесь вот, допустим, стать. Давайте вот здесь посмотрим. Сейчас нужно его как-то перевернуть, и тогда сможем посмотреть его. Сейчас.
Handling тоже на него может выйдет на канале, я посмотрю. Все-таки он, по-моему, полноприводный. Вот, если что, если там потом получится, опять-таки на сайте Rugged опять Mods я выложу уже и хандлинг на этот Dodge Ram. Также, кто желает заказать там хандлинг или какой-то мод, там, чтобы на заказ там кастомную одежду, вы можете заказать. Это есть раздел о канале, там есть цены на это все, там, в принципе, не такие уж большие цены там на это все, чтобы настроить. Так как, ну, на все модели у меня нету, не было времени, чтобы это все заменить. Но все-таки, да, здесь, по-моему, полный привод. Все-таки просто задние колеса, здесь они такие более массивные. То есть, видите, там целых два колеса, здесь только одно. Поэтому оно так ощущается. Давайте заспавним следующий, еще последний, такие Chevrolet Colorado. Chevrolet Colorado — это такой спортивный пикап. Интересный, тоже здесь присутствует тюнинг, можете его тюнинговать. Такой дрифтовый пикап, даже можно сказать. Вот, повороты заходить так круто можете. Вот, ну, как видите, все автомобили у нас нормально спавнятся, так что я надеюсь, это видео вам понравилось. Ну и кто еще не подписался на канал, подписывайтесь и ставьте лайки под данным видосом. Также, если хотите, чтобы я сделал больше таких паков там с другими машинами там и так дальше, то, ну, набирайте актив под такими видосами, потому что я пойму, что это вам интересно. И, ну, а чтобы сделать пак, это как бы требуется время, усилий и так дальше. Чтобы была хоть какая-то там мотивация это делать в дальнейшем. Также, ребята, забыл вам сказать, что вы можете заспавнить данные автомобили и в меню с трейнере. Для этого просто заходите в Vehicle Options, Vehicle Spawner, заходите потом SUVs или Offroad. Вот сюда. И здесь у вас будут те автомобили, которые мы установили с вами. То есть они здесь сюда автоматически добавляются. Все-таки Offroad, вот. И видите, здесь Trail Boss, это у нас Chevrolet Colorado. И другие там будут так же само. Там Denali 16 есть, вот. Ну, тоже их можете вот так вот заспавнить себе просто в этом трейнере. Как устанавливать такой трейнер, у меня есть видео на канале, так что можете посмотреть. Всем большое спасибо за просмотр. До свидания, всего хорошего.